Генпрокуратура России намерена возобновить расследование и поставить точку в одной из самых загадочных историй 20 века. Речь о событиях на перевале Дятлова. 60 лет назад, в ночь с 1 на 2 февраля, там погибла группа студентов. Обстоятельства не выяснены до сих пор. Рассказывали об этом много, но и вот скоро, совсем скоро, в марте, группа специалистов, а также сотрудники МЧС поедут на место, чтобы досконально во всем разобраться. Версии возникали самые невероятные, но в прокуратуре уверены, речь может идти только о природной стихии. Это либо ураган, либо так называемый снежная доска, когда спрессованный пласт снега вызывает сход лавины. И уже точно ясно, криминал здесь ни при чем.